את הז'נשינה. והיא עזבה לי חיה. את המושינה. היא עזבה לי ראובן דוב. היא בוטץ חיים. Кладбище было самым большим в городе Бресте. Оно начиналось вот от той улочки, она шла эллипсом, до улицы, которая вот за тем домом с зеленой крышей. Она и сейчас есть. И вот эта улица за забором. Здесь находился после окончания Второй мировой войны лагерь немецких военнопленных. И именно Мацеевы с кладбища были вымощены улица и площадка, где находился этот лагерь. Там они потом были найдены и закопаны прямо при устройстве улицы, вот этой проезжей части ее. И там они были найдены и перевезены в крепость, где и хранились. Вот эти памятники, которые вот мы сейчас видим, вот это на самом деле то, что остался от этих людей, которые были похоронены там на кладбище. Там похоронены несколько десятки тысяч человек, которые мы не знаем вообще, кто они. У нас нет списка, мы вообще ничего не знаем. Единственный памятник, который остался от них, это само кладбище и вот эти памятники, которые здесь находятся. Через это мы можем делать для них что-то. Без этого, к сожалению, и неизвестно, что это вообще кладбище, и что там кто-то вообще похоронен. Поэтому надо обязательно их вернуть на место, вот, кладбище. Семья Соловейчик, они были в городе Брест где-то приблизительно 60 лет. Вот эта семья очень известна в том, что планы талмудические, учение Тора во всех ешивах на сегодняшний день учится их литература, их книги. И вот если вы скажете в Израиле Бриск, и Рав Хаим Соловейчик, Рав Йосеф Дов Соловейчик, и все знают об этой раввине.